Всем привет! Сегодня будем печь очень вкусный кекс с изюмом на кефире. Отличительной особенностью этого кекса является то, что в тесто не добавляется ни грамма масла или какого-либо другого жира. Но кекс при этом все равно получается влажным и нежным. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сразу заливаем изюм кипятком и даем ему немного постоять. В это время разбиваем миску яйца, добавляем сахар и взбиваем до получения белой пены. Затем вливаем кефир, добавляем соль, ванильный сахар и снова немного взбиваем. Теперь в просеянную муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем и начинаем подсыпать ее небольшими порциями в ранее приготовленную жидкую массу. При этом хорошо размешиваем, чтобы не было комков. Тесто должно получиться как на оладьи. Дальше сливаем с изюма воду. Хорошо промакиваем его бумажными полотенцами. Добавляем немного муки. И хорошо перемешиваем, чтобы каждая изюминка покрылась мукой. Высыпаем подготовленный изюм в наше тесто и тщательно его размешиваем. Теперь берем форму для выпечки кекса. Хорошо смазываем ее размягченным при комнатной температуре сливочным маслом. Для удобства ставим форму на противень. Выливаем в нее тесто и отправляем в заранее нагретую духовку. Выпекаем примерно 50 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна остаться сухой. Даем готовому кексу немного остыть прямо в форме минут 15. Затем перекладываем его на тарелку. Посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Вот и все. Вкуснейший кекс с изюмом на кефире готов. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующие видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!